Так, реле блокировки выключателя батарей. Номенклатура 11-37-47-010. Имеет 5 контактов. 87, здесь 85, 86, 30. И под низом, вот посередине, вот этот фиолетовый, так называемый 87А или 88. Порядок его подключения. Контакт 85. Используется как масса, кидается на землю. То есть в данном случае на корпус машины. Дальше. Контакт 86. Вот. 86. Это у нас есть питание катушки. То есть 86. Вот этот вот контакт. И 85. Это управление катушкой. Соответственно, 86 кидается на замок зажигания. 86 идет на замок зажигания. На замке зажигания есть надпись ВК. То есть вот это два провода подключения катушкой. Дальше 30. 30 это контакт так называемого ключа, на который поддается напряжение, и оно передается между двумя нормально и нормально открытым и нормально закрытым контактом. На 30 у нас идет провод красный, который подключается к замку зажигания на АМ. Так, следующий. Какой у нас следующий? 87. 87 это постоянно открытый ключ. Нормально открытый ключ. С 87 контакт уходит на кнопку массы. Контакт уходит на кнопку массы. И последний. Зависло. И последний фиолетовый вот этот. 87А или 88. Это нормально закрытый. Уходит у нас на кнопку массы. Так же сам. Его штатное место будет, этого релюху, вот здесь, реле блокировки отключения КБ.